старта нового сезона болельщики «Динамо» Барнаул ждали с нетерпением. Во-первых, в команде новый главный тренер. Во-вторых, игры будут проходить по новому календарю – весна-осень, что позволит смотреть и посещать футбол в теплое время года. Однако первый матч в гостях не задался. Барнаульцы приехали в Новотроицк и получили там 4 безответных мяча. После матча тренерский штаб провел работу над ошибками. И динамовцы в Нижнем Тагиле переиграли «Уралец» 3-1. Тем самым после двух туров одно поражение и одна победа. Когда мы были сегодня на мяче, у нас что-то получалось. Смотрелись неплохо в эпизодах. Когда соперник играл длинными вертикальными передачами, у нас возникали проблемы. При счете 1-2 в нашу пользу был назначен пенальти в наши ворота. Спасибо нашему вратарю, выручил. Первый домашний матч должен был состояться в краевой столице в эту субботу, 27 апреля. Однако газон к этой дате готов не будет. Тем самым матч против Нижнего Новгорода пройдет на их стадионе. Ориентировочно первый домашний матч состоится 12 мая против «Крыльев Советов-2». Но пока главной хоккейной команде «Динамо Алтай» продлил контракт с главным тренером Дмитрием Пархоменко. Новое соглашение со специалистом рассчитано до конца предстоящего сезона. Напомню, Пархоменко возглавил «Динамо Алтай» в прошлом сезоне, по итогам которого барнаульцы заняли 20-е место. Для высшей хоккейной лиги А, где наши провели пока что лишь один сезон, результат неплохой. Дмитрий Дроздов, «День с толком».